Інформаційний вечір продовжується на п'ятому каналі. 24 хвилини у нас є для індивідуального інтерв'ю на сьогодні. І сьогодні в мене в студії Микола Полозов, адвокат. Найперше питання, яке хочу вам ставити, це питання про українських моряків і які подальші кроки мають робити їхні адвокати і держава Україна для того, щоб далі вимагати від Росії звільнення моряків, так як те постановив трибунал з міжнародного права ООН. Ну, я могу сказать так, что, конечно, мы были очень рады, когда 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес приказ о срочных мерах и обязал Россию немедленно освободить захваченных военных моряков и корабли. Вместе с тем трибунал предоставил России один месяц срок для предоставления отчета о выполнении своего решения. То есть, таким образом, Россия обязана в срок до 25 июня предоставить отчет о выполнении, соответственно, освободить этих моряков. Поэтому пока на текущий момент все находятся... Тобто до 21 червня мы чекаем от России кроков на зустріч. Все ожидают этого. Ну, естественно, мы готовы в том числе и к негативному развитию событий. Раньше Россия уже была участником разбирательства в этом трибунале. Это было дело Arctic Sunrise в 2012-2013 году. И Россия тогда выполнила его решение, освободила экологов захваченного судна в течение месяца. Но мы понимаем, что за это время произошло много событий, что кремлевский режим стал более резистентен к внешнему воздействию. И, конечно, может случиться так, что Россия попытается проигнорировать решение трибунала для того, чтобы, ну, как это называют, сохранить лицо, поиграть мускулами. И мы к такому развитию событий тоже готовы. Но, во-первых, вот у меня сегодня была встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Мы как раз обсуждали этот вопрос. Совершенно очевидно, что если Россия не выполнит решение трибунала в установленный срок, то это повлечет определенные неблагоприятные последствия. А что это за наслідки может быть? Это чергові санкції, це політичні якісь наслідки для Росії. Тому що зараз мова йде про певні лобійські напрямки по поверненню Росії в ПАРЄ делегації російської до роботи в парламентській асамблеї Ради Європи. Можливо, політичний обмін на цьому рівні? Росія повертає моряків, делегація повертається в ПАРЄ. Ну, ви розумієте, Кремль учитывает не только эти обстоятельства, еще ряд внешнеполитических факторов, там, начиная от встречи с Трампом в Осаке и заканчивая той же самой пресловутой возвращением делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Поэтому, конечно же, при принятии решения об освобождении моряков Путин исходит из собственной выгоды, из того, что он может получить за это взамен на внешнеполитическом уровне. Для меня совершенно очевидно, что невыполнение России решения трибунала в установленный срок может повлечь в том числе и санкции, может повлечь в том числе и другие политические инструменты давления на российские власти. Но что касается парламентской ассамблеи Совета Европы, то как раз в конце месяца должна состояться сессия ПАСЕ. Я напомню, что в январе та же самая парламентская ассамблея приняла резолюцию, согласно которой моряки должны быть освобождены. И вот здесь возникает вопрос, как это? Одну резолюцию Россия не выполняет, а за другую предлагают голосовать, чтобы она вернулась. Но я могу сказать, я планирую быть на этой сессии ПАСЕ. И, конечно же, вопросы военнопленных моряков я там буду поднимать. Дивіться, яка ситуація. Під час виборів президента в Україні весь час озвучувалася теза, що Кремль чекає наступного президента України для того, щоб почати переговори, почати домовлятися. І для Москви важливо, хто буде цей наступний президент, тому що з Порошенком вони не хотіли контактувати. Зараз ми маємо ситуацію з судом і з цими моряками. Ми маємо нового президента Зеленського. Ми знову маємо заяви з Кремля, що Путін не готовий спілкуватися зараз з Зеленським, він не бачить формату переговорів. Чи були контакти у вас з кимось з адміністрації президента для того, щоб виносити тему в публічний простір щодо звільнення українських моряків. Бо я пам'ятаю один коментар Зеленського тільки на цю тему одразу після рішення суду. Я могу сказать, что я обращался в администрацию Зеленского. Это было практически сразу после инаугурации. Это было не по официальным каналам. Пока я не получил ответа. Вместе с тем, конечно, я рассчитываю, что президент Зеленский проведет встречу не столько со мной, сколько с родственниками военнопленных моряков, потому что они ожидают эту встречу, они
очень хотят высказать президенту свою боль, и они очень хотят услышать от него поддержку. Поэтому я надеюсь, что все-таки это событие произойдет, тем более, что, ну, я хочу сказать, что предыдущая администрация президента Порошенко действительно делала очень серьезные шаги на внешнеполитическом контуре, и мне очень бы хотелось, чтобы сохранилась эта преемственность этой позиции, и, конечно же, вопрос и политзаключенных, и военнопленных был в приоритете, потому что человеческое измерение, оно превыше всех остальных вопросов. Немає у вас інформації, коли можлива така зустріч із адвокатами, не знаю, чи з вами, чи не з вами, із представниками родин? Ну, поки у мене такої інформації нет. Я знаю, що не так давно президент Зеленський зустрічався з представителями правозащитних організацій. Угу. І якраз в этот день родственники воєнопленних моряків, некоторі з них були в Києві. И я вместе с ними, у нас была встреча с министрами иностранных дел Франции и Германии, которые приезжали. К сожалению, вот в тот день не сложилось, не получилось, но я надеюсь, что все-таки эта встреча состоится, и желательно, конечно, это провести до истечения срока, который трибунал определил России для возвращения моряков, потому что простраивать дальнейшую позицию, конечно же, надо и с учетом работы, которая ведется по защите. Внутренняя оппозиция России має бутися суд російський над цими моряками для того, щоб було прийнято якесь рішення. Я правильно розумію зараз ситуацію? Ну, здесь есть определенные нюансы. Дело в том, что трибунал не обязал Россию прекратить дело. Угу. Он обязал выпустить моряков. И по российскому законодательству статья 247 УПК РФ предусматривает, что дела по тяжким делам могут проходить в отсутствие обвиняемых. То есть трибунал предоставил возможность России де-факто освободить моряков, но при этом дальше вести, заочно вести суд, выносить любые приговоры, которые российским властям необходимы. И, в принципе, это как раз дает возможность, что называется, сохранить лицо российским властям. Я читаю, что адвокатам перешкоджают в доступе до військовополонених украинских моряков, которые утримуються зараз в СИЗО Лефортово. Я правильно розумію? Расскажите больше про эту ситуацию. Да, это системные проблемы СИЗО Лефортово. Дело в том, что изолятор существует по каким-то своим законам, даже не совсем соотносящимся с российскими законами. Интересная ситуация. Да, там существует несколько помещений, где происходят встречи следователей с лицами, находящимися в СИЗО, и адвокатов. И, скажем так, изолятор отдает безусловный приоритет следователям. Вот. Там 5 помещений, если пришло 5 следователей и сели на весь день, ни один из адвокатов ни к морякам, ни к каким-то другим заключенным туда пройти не могут. Кроме того, адвокаты вынуждены посещать по графику, то есть проходить жеребьевку, определять, кто в какой день пойдет, и то без гарантии, потому что если пришли следователи, соответственно, попасть невозможно. Это очень сильно затрудняет право на защиту, это осложняет коммуникации со своими подзащитными нашим адвокатом. Поэтому, конечно же, проблема очень острая, и мы ее пытаемся решить на различных уровнях, пока мы не видим отклика от российских властей каким-то образом изменить эту ситуацию. Но я могу сказать, что минимум 2-3 раза в месяц каждого моряка наши адвокаты посещают, и ежемесячно им предоставляется свидание с консулами Украины. Поэтому мы можем достаточно оперативно отслеживать, даже несмотря на такие препятствия, и состояние здоровья моряков, и их моральное состояние, и так далее. Мне рассказывали, что в этой системе очень большую роль играют особистісні связки адвокатов с представниками пенитенциарной системы. Что вы скажете? Насколько коммуникация адвокатов с керівництвом СИЗО, охраной и этой всей инфраструктурой влияет на работу? Ну, я могу сказать, что, в принципе, вот конкретно в этом деле какие-то личные связи, они никак не будут работать, потому что нету какой-то специальной комнаты, куда могут адвоката завести, чтобы об этом не узнали другие. Да, поэтому там все на общих основаниях, будь то адвокаты каких-то губернаторов, будь то адвокаты моряков или кого-то еще, кто содержится в Лефорту. И для всех, для них доступ абсолютно одинаково затруднен, но это обусловлено исключительно тем, что СИЗО Лефортово полностью подконтрольно не Федеральной службе исполнения наказаний, как должно быть формально, а ФСБ, поскольку Следственное управление ФСБ является одним из корпусов тюрьмы Лефортово.
Ви сподіваєтеся на те, що до 25 числа Росія прийме рішення і в якійсь конфігурації українські моряки будуть? Ну, я дуже на це надіюсь, тому що в противному випадку ця проблема тільки усложниться. Цей узел буде тільки затягуватися. И вопрос освобождения моряков, если дело дойдет до суда, может растянуться еще на несколько месяцев. Потому что сам по себе судебный процесс будет беспрецедентный в истории России, потому что 24 обвиняемых на одной скамье подсудимых еще такого не было. Чтобы они все были в единой позиции, чтобы у них было сопоставимое количество адвокатов. Ну, 50 человек на стороне защиты, даже формально установить явку, заявить ходатайство, на это будет уходить огромное количество времени. А адвокаты же не будут работать спустя рукава, они будут отрабатывать полностью все необходимые нормативы, которые будут касаться защиты моряков. Как в российских ЗМИ называют наших моряков, які є військовополоненими? Ну, понимаете, есть пропагандистские СМИ, есть условно-либеральные СМИ. Есть, на мой взгляд, такая команда сверху, в принципе, не освещать это дело, по большому счету, потому что уже был негативный опыт с предыдущими делами в отношении украинских политзаключенных, когда даже негативное освещение давало дополнительную информационную поддержку. И, ну, если мы говорим о каких-то там пропагандистских СМИ, то, конечно, иначе как провокаторами их не называют. И само событие 25 ноября возле Керченского пролива они называют провокацией. Я знаю, і ви говорили про те, що була зустріч сьогодні з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України. Ви, мабуть, знаєте, що Павло Клімкін сказав, що він не буде працювати в команді Зеленського, йде в політику, і мала бути навіть відставка, але парламент за це не проголосував. Тобто він зараз продовжує бути міністром закордонних справ. Наскільки зміна таких посад зараз ускладнює вашу роботу як адвоката? Ну, я можу сказати, що на протяжении останніх 5 років, защищая украинских политзаключенных и на территории России в оккупированном Крыму, конечно же, я ощущал поддержку от органов государственной власти Украины. Это касается, прежде всего, Министерства иностранных дел, это касается Министерства юстиции, аппарата уполномоченного и так далее. И, на мой взгляд, внешнеполитический вектор, вот та поддержка, которая оказывалась украинским политзаключенным, была очень эффективной. Если этот вектор будет изменен, ну, я не исключаю, что это может существенно ухудшить вопросы освобождения. Почему? Кремль вряд ли будет готов идти на честные переговоры, на какие-то обменные процессы, где он не будет видеть свои выгоды. Ему, конечно же, интересней, скажем так, проводить переговоры в режиме капитуляции Украины. И, ну, на мой взгляд, это будет абсолютно неконструктивный, даже скорее деструктивный подход. Ситуация в Крыму с крымскими татарами. Репрессии выходят на новый уровень. Это сегодняшние заголовки украинских ЗМИ. Я дивилася вашу прес-конференцію сьогоднішню, ви також там про це говорили, що фактично 100 людей затримано, 60 з них кримські татари. Чи я записувала цифри одразу під час прес-конференції. Обновіть їх, будь ласка. Ну, на текущий момент, по оценкам правозащитників, число українських політзаключених, які знаходяться в російських тюрмах на території Росії, в окупованому Криму, вже перевищає 100, це порядка 105 чоловік. Більше 60 з них – це кримські татари. И, собственно, репрессивные действия со стороны российских властей в отношении коренного народа, они вот как начались в 2014 году с похищения и убийства Ришата Аметова, так продолжаются до сих пор. Причем российские власти уже перешли, ну, скажем так, все возможные мыслимые границы, потому что под репрессивный каток попадают пожилые люди, инвалиды, если мы говорим, да, о деле Эдема Бекирова, например, одноногий человек, которого, значит, обвиняют в, значит, какой-то передачи оружия и взрывчатки. Женщин. Буквально на прошлой неделе были схвачены две активистки и осуждены по административным делам. И идет прямо репрессивный каток в отношении крымских татар. Это дела, связанные с Хизбут-Тахрир партией, по обвинению в терроризме, когда, ну, фактически за мысли преступления, за какие-то разговоры на кухне им выписывают сроки больше, чем дают при реальных убийствах. На мой взгляд, это абсолютно последовательная политика.
Балтика, крымские татары в подавляющей своей массе не приняли оккупацию. Да, они ушли в такую глухую оборону, и, конечно, российские власти крайне раздражены, что вот вокруг все лояльны, и только эти крымские татары, значит, продолжают стоять на своем. И это политика запугивания, это политика, значит, в отношении них, в попытке заглушить вот этот голос и заставить крымских татар вообще молчать, чтобы они не поднимали голову. Поясни, будь ласка, як зараз відбувається захист кримських татар і на території Криму, саме тих, до яких є претензії від влади Кремля. Чи виноситься питання кримських татар на рівень міжнародний, так само, як ми говоримо про українських моряків? І чи це виключно правозахисники, чи підключені інші структури, які ведуть ці справи? Ну, я можу сказати, що, звісно ж, вопрос преслідування кримських татар і репресій в отношении них піднімається на дуже високих рівнях і на площадке ООН, і в Парламентской ассамблеи Совета Европы. И надо сказать, что Министерство иностранных дел Украины и Межлис крымско-татарского народа делают очень много для того, чтобы, по крайней мере, информация об этих преступлениях в отношении крымских татар со стороны российских силовиков становилась известной мировому сообществу. Но я считаю, что никогда не бывает достаточно говорить об этом много. Об этом нужно говорить больше. И здесь необходимо, конечно, приветствовать те действия, которые осуществляют союзники и партнеры Украины, в частности, признание недавно Сеймом Литвы депортации крымских татар как акта геноцида. Это очень существенный шаг вперед. К сожалению, крымская повестка здесь, в украинских СМИ, она не на том уровне, на котором хотелось бы. И учитывая, что в принципе в Крыму российские власти стараются скрывать эту информацию, они запрещают туда приезд украинских журналистов, они производят преследование стримеров и людей, которые освещают на месте эти события, конечно, этому хотелось бы уделять больше внимания. Сколько справ крымских татар вот это вы? Ну, в настоящий момент я лично не защищаю никого, но я курирую несколько дел и помогаю информационно, организационно тем адвокатам, которые занимаются этими делами. Можно сказать, что, в принципе, принимаю в них участие. Адвокаты, которые занимаются этими справами, возможно, вы знаете, занимаются пробоно, безкоштовно, чи есть какие-то джерела финансирования их гонораров? Ну, я могу сказать так, что вопросы оплаты адвокатов, они являются адвокатской тайной. И не было бы не очень этично говорить о том, значит, об источниках дохода моих коллег. Но я хочу отметить, что те адвокаты, наши крымские коллеги, которые работают по этим делам, это абсолютно героические люди, которые с риском для себя, потому что некоторых из них пытались уже привлекать и сажали на сутки, того же Эмиля Курбединова на 15 суток сажали. Я могу сказать, что это люди, которые самоотверженно защищают своих соотечественников в условиях тотального беззакония в Крыму. Некоторые из них участвуют в том числе и в деле наших военнопленных моряков, и, конечно же, и профессиональный уровень, и человеческое достоинство этих людей находится на очень хорошем уровне. Мы с вами спілкувались в цій студії приблизно рік тому, коли у вас було посвідчення на дозвіл роботи як адвоката в Україні. І от через рік є інформаційний привід, є компанія «Полозові партнери», так? Це нова адвокатська компанія, яка буде займатися якими справами? Да, год назад я получив статус адвоката в Украине. И, конечно, первоначально не планировал здесь вести какую-то деятельность, но за это время ко мне было очень много обращений от граждан Украины и от родственников украинских политзаключенных, и от каких-то других людей, которые просили им помочь. Ну, я понял, что, скажем так, если я буду сейчас сам всем заниматься, это будет, я не смогу защищать политзаключенных и военнопленных, поэтому за этот год я последовательно формировал команду адвокатов украинских здесь, мой партнер Владимир Кутовой, адвокат в нашем объединении, и вот сейчас мы открылись, мы готовы работать, конечно же, приоритет – это защита прав граждан Украины, это работа по украинскому законодательству, и в настоящий момент я сейчас изучаю украинский язык для того, чтобы в соответствии с законом иметь возможность выступать в том числе в судах, в судебных процессах. Но мы планируем
имею, и, скажем так, используя имеющийся опыт работы и в оккупированном Крыму, в том числе разрешать те вопросы, которые есть у граждан Украины, оказавшихся здесь, на материковой части, те правовые вопросы, которые возникают на оккупированной территории. И для этого есть правовые возможности, в том числе имущественные вопросы и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, что наша работа будет все-таки на благо и украинцам, и Украине. Тобто це не лише справи політичних в'язнів, людей, які потрапили за грати Кремля, кримських татар. Це широке коло адвокатської діяльності. Да, это и гражданские правоотношения, и арбитраж, и уголовные преследования. То есть весь спектр правових услуг, которые здесь доступны в Украине. Значить, знову ж таки, я під час своєї основної роботи в ефірі слухала вашу прес-конференцію. Пролунала у вас фраза про те, що за цей рік вдалося визволити большое количество політичних заключенных, язнів. Поясніть, будь ласка, большое количество, це скільки? За этот год? Так. Нет, ну я такого не мог сказать. Значит, я щось прослухала. Да, какая-то оговорка. Якась загальна цифра успішних справ. Я могу сказать так, что за 5 лет Россия захватила более 100 украинских политзаключенных, вернуть удалось меньше 10. Вот. На моем счету как минимум четверо граждан Украины, которых удалось вернуть, и я надеюсь, что их число будет только расти. Потому что конечная цель, конечно же, это возвращение каждого украинца, оказавшегося в кремлевских застенках, домой. Как часто вы ездите до Российской Федерации? Ну, я нахожусь там достаточно много времени, поскольку непосредственно защищаю военнопленного моряка Дениса Гриценко, посещаю его в следственном изоляторе, участвую в следственных действиях. Кроме того, поскольку работа в Крыму ведется, и туда приходится приезжать регулярно. То есть я фактически перемещаюсь, не нахожусь на одном месте, но это специфика работы. Російська влада перешкоджає вашій діяльності чи намагається це зробити? Які у вас відчуття щодо цього? Ну, скажем так, в недалекому прошлом були попытки возбуждения уголовних дел против меня и похищения сотрудниками ФСБ в Крыму. Сейчас, вот после начала дела военнопленных моряков, они подчеркнуто демонстрируют, что ко мне никакого интереса нет. То есть, на мой взгляд, пока идет это дело, я думаю, что никакой команды там в отношении Полозова не будет. Но где гарантии, что это не произойдет в будущем? Вы створили компанию «Полозові партнери» в Украине, потому что у связи с этими справами политических в захист кримських татар и украинских моряков вы не можете аналогично работать в Российской Федерации? То есть, негативне ставлення середовища адвокатського до вашого напрямку. Ну, нет. Можна так стверджувати? Нет, не совсем так. То есть, понимаете, работать в России я могу, но тот бесценный опыт, который приобретен, скажем так, на движении, на сопротивлении там, здесь может достаточно хорошие плоды дать. И эта работа, этот опыт может быть передан в том числе не только в интересах граждан, но и другим адвокатам, другим юристам, которые работают здесь. Угу. Поэтому я нахожу в себе возможности работать и там, и здесь. И, ну, на мой взгляд, если есть на это силы, почему их на это не тратить? Дякую вам за интервью, за розмову. Було дійсно цікаво. Отже, друзі, закінчуємо сьогоднішній інформаційний вечір. Микола Полозов, адвокат, в мене був сьогодні в студії. Можна сказати, український адвокат, чи не можна так говорити? Вже можна говорити український адвокат, який вчить українську мову. Кажу всім до побачення, гарного вечора, побачимося завтра.